Социально-спортивный проект «Планета баскетбола. Оранжевый атом» стал для десногорцев буквально своим. Движение стремительно развивается, а любовь к баскетболу объединяет все больше людей. Поэтому с 30 мая и по 2 июня с дружеским визитом в Десногорск приехала делегация из белорусского города Островца. Чемпионки Гродненской области по баскетболу приняли участие в летних баскетбольных баталиях и посетили десногорские школы и сады. Встречал Десногорск белорусских спортсменов впервые, поэтому программу для них организовали насыщенную и увлекательную. Ребята смогли оценить уровень подготовки еще совсем маленьких баскетболистов, участников проекта «Оранжевый атом», воспитанников детского сада «Лесная сказка». Круто играют, им еще предстоит многому научиться, конечно, но уже молодцы, они такие маленькие и так много умеют. Также гости посетили историко-краеведческий музей «Лица Победы» в первой школе, поучаствовали в мастер-классе по созданию арт-объекта на футболке и даже посадили сирень в знак международной дружбы. Далее гости переместились в спортивный зал третьей школы, где их удивили и порадовали своими баскетбольными навыками первоклашки. Конечно, начинающим спортсменам еще многому нужно научиться, но уже сейчас виден огромный потенциал маленьких баскетболистов. Я хочу научиться делать ведение. Мне нравится заниматься баскетболом. Мне нравятся наши мячи школьные. Вообще, я хочу научиться много чему интересного. В третьей школе реализуется проект «Единая команда за здоровый образ жизни». Участие в этом проекте формирует у детей высокую спортивную активность, физическое здоровье и любовь к баскетболу. Реализация этого проекта была бы невозможной без поддержки концерна «Росэнергоатом», который возглавляет генеральный директор Петров Андрей Ювенальевич, и Центра спортивной подготовки «Динамо Росатом». Его президентом является Фомин Сергей Геннадьевич. Спасибо огромное за помощь. Мы хотим еще сказать администрации Смоленской атомной электростанции и администрации нашего города. Посмотреть город и все его достопримечательности, познакомиться с удивительными людьми-десногорцами и узнать много нового и интересного смогла белорусская делегация всего за пару дней. По окончанию всех спортивных и культурных мероприятий они уехали, но пообещали обязательно вернуться, чтобы принять участие в следующем международном празднике. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.